Приветствую вас на канале Елена Сад и Огород. В этом видео хочу поделиться отзывом об очень вкусном перце. Сорт называется Nova Gagashara. Если вы уже выращивали этот сорт, напишите в комментарии. Мне он очень понравился, перечислю его достоинства. Он мясистый, толстостенный, толщина стенок около 1 см, иногда бывает и больше. Сорт раннеспелый, созревает через 109-113 дней после появления всходов. На вкус очень сочный и сладкий, с сильным ароматом. Вес плодов около 120-140 грамм. Идеально подходит для фарширования и консервирования. Плоды на вид красивые. Существует красная и оранжевая разновидность. Этот сорт неприхотливый, хорошо растет в открытом грунте и в теплице. Но в теплице урожай намного больше. Если вам этот сорт понравится, то можно будет собрать свои семена и снова посеять. Плоды этого сорта хорошо и долго хранятся. Кусты компактные, невысокие, около 50 см. Также очень понравился сорт «Колобок». Идеально подходит для цельноплодного консервирования и для фарширования, так как имеет небольшую и удобную форму плодов. Сорт раннеспелый для теплицы открытого грунта. Растения очень компактные, высотой около 30-40 см. Поэтому можно сажать почаще, на расстоянии 25 см друг от друга. Если растения хорошо поливать, то урожай можно собирать все лето. Плоды очень сочные, вкусовое качество отличное. Толщина стенок 8-10 мм. Если этот сорт понравится, то с него также можно собрать свои семена и снова посеять. Если вы еще не сажали эти сорта, то обязательно посадите, они вам точно понравятся. Спасибо за просмотр. Если видео вам было полезно, ставьте лайки, пишите любые комментарии. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные ролики.